Владимир Владимирович, доброе утро. Для президента. Как далеко сейчас мой дом, в котором молодость огнем. Сердет ты дверь со спиной, закрою таппера со мной. Осталось днем мечтой и сном девчонка яркая с бантом. Не докинул тогда и я, Владимир Владимирович. Давай, давай. До совершеннолетия я. Зеленый дождь 67-й. Когда ж мы встретимся с тобой? А ты не болеешь? Иду когда и не конца. Не отпускают молодца. Пойдешь? Зеленый дом под фонарем. Когда ж мы вместе заживем? Калитка скрипнет мне привет, не под фонограмму. Папарацци. И у винтов вопросов нет. Папарацци. Дорогие друзья, доброе утро. Владимир Владимирович, для вас и для Анастасии Валерьевны, а также для Маргариты. Поехали! Куда ты побежал, блядь? Куда я побежал? Ёлочь, ты проебал, блядь. Какая ж в лагере доска. Шлём с посылки до письма. А говорил, как всегда. Да, Владимир. Заколопали 6 утра. Будет зона плаковать, так тусоваться пыль гонять, бинты, интриги заплетать, чтоб нашу жизнь здесь усложнять. Зеленый дом 67-й, когда ж мы встретимся с тобой? Года и нет конца, не отпускают волоса. Зеленый дом под фонарем. Ветер поедет и там покажет. Калитка крикнет мне привет, привет, Маргарита. И у ментов вопросов нет, нет. Идут года и нет конца. Анастасия Валерьевна, не отпускают молодца. Зеленый дом под фонарем. Да, когда ж мы вместе заживем. Доброе утро, дорогие друзья.